Всеволод Эмильевич Мейерхольд, рожденный в Пензе 9 февраля 1874 года. Театральный режиссер, актер и педагог. По некоторым слухам, прототип Карабаса-Барабаса в «Золотом ключике». Современники неоднократно при жизни называли его театральным магом, театральным чародеем, театральным волшебником, но более близкие люди называли его мастером. Слово «мастер», которое всю жизнь сопровождало его, наиболее полно и наиболее точно выражает особенности его натуры. Для него театр – это храм Мельпомены. Он в нем – жрец. Ритуальные предметы для мистерии – это биомеханический актер, человек-машина, кукла для режиссера. Каждая сцена, каждое мгновение, каждый жест – это законченное произведение. Он вдохновлялся идеями Гордона Крэга, ученика Георгия Ивановича Гурджиева, английского режиссера, художника и теоретика театра. Благодаря идеям мистиков того времени он создает общество интимного театра, во главу которого ставят Бориса Пронина. Ближайшая задача – создание художественного балагана. Тело в живописи модерна словно тяготеет к своей поверхности. Так и он, часть картины, сам человек модерна, тяготеет к поверхности революции. Идея революции во всем. Революция в театре. Новое время требует новых решений. В новое время новый театр. Он отвечает Михаилу Чехову. С гимназистских лет я в душе своей ношу революцию. Всегда в крайних, максимальных ее формах. Я знаю, вы правы, мой конец будет таким, как вы говорите. Но в Советский Союз я вернусь. На мой вопрос «Зачем?» он отвечает: «Из-за честности».